Да, Да. сыграем, прикольно. Целых хотел попробовать. На ком бы слить-то, блядь? Ну да. Ты загадался. Да не, я имею в виду, кого бы взять, чтобы слить. Вот этого возьму. Я на нем вообще играть не умею. Так. Дайте нахуй. Откуда у меня этот облик, блядь? Сияние золота, блядь. Не, такое себе и на внешний вид, в принципе, здесь на этой. Внизу справа рамка, которая дает с собой пропуск. Нет, не она. Она. Нет. Она. За этот новый боевой пропуск? Да. Разве это она? Да. Ну и пошла нахуй. Угу. Чё это ещё музыки выглядит? Херь, короче. И не говори. Дэнс. Ну-ка давай. Господи. Что за дэнс-то? Ясно. Особая есть у него? А, надо эмоции перелопать, тут снежок что-то как. Я прыгаю, короче, подо мной все такое розовое, я такая. Розовое? Да. Ой. Вот он забежал. Главное спиздить баб, да? Так, это мой, сразу говорю, это мой. Ты уже забрал, дебил, блядь. А, я забрал. А, значит, да, он, блядь. Я думал, ты забрал. И ничего, и никто не придет за третьим бафом, да? Почему? А что она стоит рядом с тобой? Пиздец, просто я сейчас убью чистый. Беги, беги, забирай и беги сразу. Он тебе не нужен, правда, но забирай сразу. Да я уже забрала другой. Не забрала, вон валяется. А, она на базу. Она на базу идет, блядь, пиздец. Это, по идее, ей нужен он, в принципе. Я на ну, она пошел. Вообще, походу, она АФК стала. Да, она ушла. Ну, нормально. Вылетела, походу. Ебись. Класс! Не, тот прикольный. Там, вон, Ганеша бегает. Ой, херь, короче, он кидает вот эту фигню, там какой-то кристалл вообще. Господи, ужасно. Чё? Когда стан кидает, кидает какой-то типа кристалл. Ужасно все это выглядит. Поймал все. Так. Сейчас попробуем ульту. Тебя знаешь, кстати, что ульта делает, а? Притягивает к себе. Лишь стоящих чуваков. Отходи. Этот уходит. Ладно, я тоже туда отойду на базу. Отходите. Такое себе. Ну, тебе, в принципе, понравится. Может быть. Но двойка неудобная у него становится.
по мне. Мне больше та нравится. О! Вот и та. Тоже такой сильный. Ну да, этот хуй еще и мунку юзнул, блядь. Да вы чё, офигели? Нет, всё-таки который за Одиссейку сам вперёд, классно. О, вернулась. Ей, мы его убили. Пойду-ду закуплюсь. Пойду-ду. Там знаешь какой прикольный, где он типа собака из этих СК-9? Это прям веселый. Видел такой? Yeah. Там сундука что ли дают? Блин, ну добейте. Бой! Молодец! Блять. Так отходим. Ладно, я на базу. Не успею, не успела. Ой, простите, ребят. У тебя тоже? А ты где-то был? Ты же вроде на базе был. Я? Да. Окей. Ты рядышком что стоял? Ой-ой-ой-ой-ой! Конечно. Угу. Успел. Как так быстро освободился? Сервис бегает, ребят, аккуратно. Я не успею, да? Ну да. Ну хупа нет-то? Нет. Блять, иммунку прожал, сука. Бафы, кстати, резнулись. Что-то странно забрали. Пентон идет, пентон идет. А, бля, здесь не пентон, а хил. Пентон немножко по-другому у него там скилл идет. Да я в лол. Да я понял. Заргают, блять, сразу, когда у них ульты вперед идут. Блять,
Что за говно, блядь? Вот этого надо было убить, здорово. Ой-ой-ой-ой-ой. Все, пиздец. Тоже слезал. Ну кто-нибудь? Ай. Надо позакупиться, на базу сходить. Что-то ворвалось. Блять, понятно. Там лоу хпшный. Барона, 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 сейчас буду притягивать. Блять, ремонтку врубил. На базу. Ходи, уходи. Там к тебе идут. Блять, он мне лагает чё. Интернет что ли мозгает, блядь? Пиздец, интернет прям мозгает, блядь. Ну а, заебись, я просто ульту отменил, нахуй. Из-за интернета. Все. Сори. На одну катку меня хватило, нахуй. Ты че, сука, интернет ебаный, блядь. Ты че, серьезно ушел? Угу. Ну че, нельзя было закончить доиграть нормально? Пиздец. Так, я тут. А чё, Андрей, куда делся? Да он из катки ливнул из игры, чисто потому что забомбило из интернета.
И из Диса пропал. Чего забомбило? Из-за того, что проигрывает, или не знаю, у него что-то там еще с интернет. Ну, короче, съебало из катки, из Дискорда. Ну, пиздец, короче, я такой говорю, ну что, ты не мог нормально хотя бы доиграть с плохим интернетом? Ну, хоть как-то, блин. ПМС-ка. Пиздец просто, я никогда, блин, не могу так вот просто отключиться, даже если просраю, просираю я, блин. Ты на три ПМС-ка какая-то. Ну давай, 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 блядь, кто-то меня сзади еще прибавит. Блин, не добила, да? Не добью, конечно, не добью. Забей. Ну конечно же, блин. Танк есть? Замок взял. Да, жук вот этот, да? Не, херовый скин. Блять, ну просто играть катку. Да, ПМС-ка, конечно, еще та. А у нас что, физ дамага нет? Че? А, у нас все маги. Я думаю, что за фигня? У нас все маги. Короче, Ганешу без толку бить надо этих дураков. Он полностью, короче, понабрал. Защиту. Его даже не пробьешь, он полностью на защиту понабрал. Все магов просто цепанули. Все ясно, понятно. Мой, да. Да. Прям аннигилировала. И она какая-то такая, куда, чё, как она меня догнала? Как она могла, блин. Ну уже, блин, последний. Надо, если бы мне было еще бы. Как тебе, Агри? Хороший. Так, нам нужно первую победу еще сделать, придется походу еще раз играть. Я уже две победы без вас сделала, вот сразу с вами, когда начал с вами играть, сразу просрал. Я не знаю, в ком дело. По-любому во мне. Это не то слово. О, блин. Сразу иммунку прожал, было. Получил, блин. Типа отомстить, да? А, и Ганеш с ним идет, ну да, специально, типа. А, пошел, ну он идет, чтобы пошел. Завести его, чем ближе он ну будет да. Ходить, тем это. Это нормально. Просто не надо было набирать всем магов, как бы. Вот. Так. У меня все скиллы в откате. Блин! Я не смогла добить Серкет. Как и секрет, блин. Серкет, да. Серкет-секрет, да. Ой. Ой. Причем на один раз мне не хватило пушки моей аннигиляторной, блин. Бля, я только этот израсходовал, да? Бах. Нет! Пошла ты! А,
ну да, он просто взял, вышел, короче, подписит все у него нормально с нету. Забомбило в него. Ну, лол. О, блин, тут жопой трется. Ходит. Как его тут? Репорт, да? Ход из игры, да. Как его закинуть-то? Не знаю, репорт где? Таблица результатов. Так, что мне дали? Аватара. Аватара. Ой, я его, короче, в черный список как-то добавила. Как его вытащить туда? В черный список. Зайди в друзья, черный список. Друзья. Ну или клан, я не знаю. Да, в друзья, по-моему. Друзья. А, заблокированные. Уже не первый раз, получается, да? Да, у него бомбит, да, не в первый раз. Так, а что у нас там, где? Одиссея загробного мира, квесты. А, завершено. Теперь сыграть в приключения. Подожди, приключения тут какое-то есть.